Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Ник Стрелок, и мы продолжаем играть в Battlefield Bad Company 2. В предыдущей серии мы побывали в Боливии, истребили боевиков, то есть этих наемников, которые наняла российская армия, спасли агента ЦРУ Игуайра, и он нам доложил, что данные об оружии, которым она являлась фальшивкой, находится в метеоспутнике. Так что он нас направил обратно в русские горы, чтобы эти данные раздобыть. Ну так что, давайте продолжим. Центр управления спутником был в Андах. Игуайр сказал, что если его взорвать, в теории. Так, парни, ваша задача — накрыть те цели огнем. Ладно, Марло, Хэгган, вставайте за пулеметы и за дело. А ты что, нам не поможешь, Флинн? Чё, я? Не-не, я пацифист. Что? Ты пацифист? Чё, блин, родину не любишь? Карма дороже, чувак, карму не трожь, поэтому я только летаю. Хэг, забей, блин. Да уж, Хэг. Ты всё это вертел, гондон ты штопанный? Я тебе, сука, устрою небо в алмазах, на! Красавчик! Да уж, здесь очень реально жестко с матом. Да уж, он типа у нас этот... Блин. Так сказать, духовный человек. Все, сейчас мы такое безумие устроим на базе. Так, где ты, куда пошел? Ага. Ёпта, и вы все с гранатометами. Где еще? Вот. Пулеметчик минус. Пара гранатометчиков тоже. Так, один пытается залезть в фикушки. Ах, вы еще и в гаражах застряли. Давайте я вам помогу избавиться от мучений. Так. Блин, миниган реально карает. Следите за РПГ, мать вашу! Так следим же мы. Нефиг ты орать, Светлана. Что, где еще? Ах, вот вы где. Спокойной ночи. Опаньки. О, еще и квадрик. Минус сразу. Так, еще пехота осталась. О, еще парочка. Очень хорошо. Добавим огоньку. Все, мы, кажется, разбушевали весь, точнее, все осиное гнездо. Все, высадка. Почему все в дом? Всем на крышу. Да уж, это самый единственный оставшийся противник. Так, установите местонахождение станции управления. Давайте спрыгнем по-брутальному. Кстати, эти транспорты можно занять? Нет, печалька. О, Карл Густав. Брутальный гранатомет. Так, что у нас имеется? Только штурмовая винтовка. Нет, давайте как раз... О, прям в линейку дробовички лежат. Будто тут реально какой-то подиум оружейный поставлен был. Так, у нас здесь что? Коробка с боеприпасами. Здесь у нас что? А. И что это у нас за дробовик? УСАС-12С. Ну, S это означает, что он стреляет пулевыми патронами. Хотя я не знаю, где можно еще забрать и обычный УСАС-12. Но эта пушка в мультиплеере реально карала, когда я в нее с ней играл вообще. Так, сохранялочка. Что ж, испытаем. Да уж, что-то не очень-то. Так, к тому же тут еще и пулеметчик. Давайте сразу же пошлем туда гренку. Ну что, успокоился?
Так, вот этих сразу в расход. Ох, как один полетел с лестницы. Вы идите по дороге, а я, как все остальные русские. Так, тихо. Вот идиоты скатываются сразу же на смерть. О, снайп. Помри сразу же. Блин, это что, планета Хот? Да, что-то мне такая фраза напоминает из Звездных войнов. О, верт. Так, у нас что имеется? Ага, та самая снайперка. А это что? О! Вот это какая-то снайперка пободрее. М95. О, прям ваншотит реально. Очень хорошо. Я так-то, собственно, не все оружие по названиям могу помнить, потому что я мультиплеер играл где-то года 4 назад. Но в основном такое оружие, которым я часто пользовался, очень сильно, так сказать, помню. Потому что я с таких пушек прям тащил всю команду. Так, где вы еще там? Так, здесь нет. Так, блин, один слез. Так, блин, ты высунул головку. Блять, кто палит? Все, скатываемся. Так, давайте автомат возьмем обратно. Так, в расход. А, снова заряды С4. Блин, ты реально псих с такого расстояния с РПГ. Так, минус лестницы. Блять. Я все-таки забыл, что противники могут пользоваться подстволами. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, давай. Блять, вас там парочка. Мы на месте. Стрелять только наверху, иначе со спутником. Бля! Не стреляйте как попало. Всем ясно. Мне нет пока. Бля! Блин, я прям под ракету попал, реально. Не прям, чтобы взорвалась, а прям... Ракета прям в меня влетела, прям в торс. О, блин. Заново этих козлов мочить надо. Снайпа минус. Блин, это что, планета Хот? Так, давайте мы не будем брать эту крупнокалиберную снайперку, а вот эту. Тоже ваншотит. Так, убьем нападающих с вертолета. Минус. 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 Ах, я сказал минус. Все, последняя обойма. Еще один патрон еще, вдобавок. Ты чего? Я ж в тебя попал 3 раза. Кровь в тебя шла. Это что за нафиг? Опа. Секретка, передатчик. И сразу взорвался. Нормально-то так. Без ущерба зданию. Блин, все-таки же не ваншотит. Хотя вероятность ваншота есть. На ботах. Блин, что такое? Блин, бери обратно XM8. Так, еще 7 патронов. Блин, как же вы попадаете с такого расстояния, если у вас, конечно... Вот ты псих. Так, пулеметчик готов. О, как раз хочу пулемет его взять. Очень мне нравится. Так.
Бля! Так, баллон. Все. Под... Бля! Блин! Блин, хоть пулями никак не убьешь, но готова закидать кучу гранат. Так, готов. Блин, Престон. Готов, еще один. Давайте пока грянет. Ах, вот ты где. Ох, как бабахнуло. Минус. Кажется, это кто-то внутри здания орет. Так, еще один. Все. Ну что ж, нормально так отстрелялись со снайперкой. Так что берем обратно этот пулеметик. Но патронов-то маловато. Мы на месте. Стрелять только наверняка, иначе со спутником можно попрощаться. Не стреляйте как попало. Всем ясно. А, вход сюда. Теперь уж ясно. Так. Так. Готов. Это, кажется, может быть серверное. Хотя нет. Это шкафчики просто. Так, еще где? Что-то какой-то... Ах! Так и знал. Ну что ж, перезарядимся. Так, кто-то еще хочет. Давайте ножиком. Это спецназ. Не видел ты ни хрена. Давай. Да, покарали. Доступ к управлению спутниками. Ну что ж, берем контроль. Увидим его в любую минуту. К счастью, эта дрянь не так наполовину сломана. Закончить дело пустяк. Да, у лягушатника всегда все через жопу. Так, теперь нужно вытащить оттуда сервер с данными. И чё все так на него криво посмотрели? Вот это я что-то не понял. Так, спутник сошел с орбиты и летит на всех парах. Можем не успеть. Поднять Флина. Угу. Призрак, это Редфорд. Спутник падает. Заберешь нас? О, давайте выйдем брутально. О! Никак нет. Хорошо. Не могу рисковать. Ничего себе, как придется идти. Ногу, парни. Конец связи. Все у нас ровный магазин. Если бы у экипа были яйца, мы бы давно бухали на обломках спутника. Так, у нас есть координаты точки падения. Ты уж лучше не поднимай на Флинта. На Флинн, точнее. Блин, все-таки мне больше всего звучит как капитан Флинн. Так, и что у нас? Ну что? Ага, вот и спутник. Упал где-то в километре или вроде того. Ты уверен, да? Хаггард, я его только что прицельно с орбиты уронил. Имеется... Блин, а что если было бы сразу несколько спутников вот уронить вот на эти деревеньки, то реально получился бы апокалипсис. Так, найдите транспорт. Мы сможем позаимствовать транспорт. Ну и единственное, у нас транспорт будет только баги. Хотя это никак не похоже на баги, это просто такой джип открытый. Так, о, все, пополнили боезапас. Очень хорошо. Так, двое на крыше. Давайте снимем дальнего. Готовы. Ох, как хорошо упал. Так. Идем дальше. Нормальный такой прорыв. Тихо.
Во-во-во-во-во, как жестко, жестко, очень жестко! Еба! Фу! Да уж нормально, так фоновая музыка играет. Точнее, радио. Блин, Престон, ты чё слепой такой-то? О-о-о-о! Вот мы держимся на крыше. Так, еще какой-то псих с гранатометом. Все. Ладно, кто-нибудь, живо за пулемет. Ладно, я сяду. Кто-нибудь еще хочет? Видимо, только парочка это захотела, и все. Так, рядом с нами какое-то оружие лежит. Так, минус, минус. А вот ты за пулемет не садись, братюнь. Ах, скотина, как далеко бьешь. Хотя, стоп, сзади нас еще какое-то оружие есть. Не то. Так. Блин, снова заряда С4. Не подходит. Так, здесь что? Скар Аш. Хотя нет, лучше нам подойдет XM8. С коллиматором. Граната! Все. Просто сучья жизнь. О, хороший момент. Тихо, тихо, не очень, не очень, не очень, не надо. Лови сразу. О, вот этого еще не хватало. Давайте закидаем эту машину. Все. О, это что такое было? Да уж, надо как-то побыстрее действовать. Ну что ж, попытка номер два. Так, пока не подходим, чтобы скрип не сработал. Так, можно вот так сделать, чтобы полностью не ждать, пока не закончится анимация перезарядки. Минус. Еще гранатометчик. Минус. Так, машину сразу снимаем с пулеметчиком. Фак! Блин, пулемет все-таки перегрелся. Так что долго за ним сидеть не стоит. Все-таки надо как-то самостоятельно отстреливаться. О! Контрольная точка сработала. Хорошо. Так. Так, давай, давай. Все, бежим. Так, лови еще парочку гранат. Снова сохранялка сработала. Вот так-то. Фух, все, машина готова. Блин, да кто так шмаляет? Блин, тут реально очень жестко. В минус. Так, и ты еще. Все, готово. Можем вон тот джип захватить. Когда упадет спутник? Питон. По расчетам 4 минуты. Плюс-минус. Не знаю,
насколько точно. Так что вперед! Ладно, будем там через 3 минуты. Так, все, нашли транспорт. Ох, как далеко переться. Так, найдите, зачистите зону падения спутника. Вот это безумие. Да уж, ничего себе, такой псих выпадет из грузовика. Блин, вот горные локации более красиво выглядят, чем джунгли в Боливии. Так, грузовик минус. И взамен грузовика две машины. Так, пробуем заново. Отлично, все заново нафиг. Так, еще в предыдущей перестрелке мы смогли еще покоцать немного этот джип. Вот так. Блин, кто сзади шмалял? Так, минус. Вот этот грузовик не трогаем. По скрипту он у нас упадет. Вот так. Хорошо. Так, кажется, машина есть. Ах, блин. Пулеметчики все-таки прохода не дают. Отлично, еще они как-то вылезли. Нормально. Первым делом надо хотя бы пулеметчиков снять. Уж после них вообще. О, ничего себе так. И машина сразу в минус. Хорошо. Ах, скосили все-таки. Воу-воу-воу-воу. Так, машины. О-о-о-о! Вот это жестко нагнули. Все-таки придется гонять медленнее, чтобы хотя бы сесть за ними на хвост. Если их все равно обогнать, то они сразу все равно пулеметчики сделают все грязное дело. Вот так. Так, попали. Ах, блин. Вот это тупанул. Блин, еще и квадрик добавок. Так, разделяемся, разделяемся, чтобы нас не попали. Мы должны выбраться. Так, джип минус. Три квадрика еще. Воу-воу-воу. Тихо, чуть в обрыв не улетели. Так, кого-то попали. Все, машина минус, еще джип. Хорошо, хорошо. Блин, все-таки спокойной жизни не дадут. А, все равно не долетят. Снова квадрики. О, как раз один. Сняли на упреждение. Так, тихо. Это что с квадриком-то? Без водилы же. И как он поворачивает? Вот это несправедливо нафиг. А чё здесь так пусто, три квадрика стоят? Видимо, они как-то должны сработать по скрипту, но он не сработал. Итак, все, мы, кажется, приехали. Все, Армагеддон. Вот это мощь.
круче ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику. Так, что? Уровень завершен. Так, дальше снежная слепота. Кстати, почему такое название дали? Так, все-таки мы сейчас доберемся до этого разбившегося спутника, возьмем данные. И кажется, нам придется оборонять этот городок, поскольку туда здесь появятся войска со всей округи. Так что будет очень жарко. Надеюсь. К месту падения. Так, следуйте за отрядом. Так, нормально. О, на карте 3, нет, 4 единицы вооружения. Так, это что? Заряд С4. Поняли. Так, а здесь что? Скар не нужен. Мы хотя это... Это падение повлияло немножко нам на руку. Все-таки большинство противников было уничтожено при падении. Так, и что же? Сервер? Вообще-то я не человек, Паня. Как я дотронусь, если эта хрень раскалена? Там защита от радиации, так что... Чего? Вы что туда посмотрели? Противник слева! Держать их! Так, защитите обломки спутника. Но я как и говорил. Все-таки сбежались. Так, вот безумец нафиг. Ох, сколько вас там. Если так. Так, еще один безумец минус. Я сказал минус. Воу-воу-воу-воу. Да уж такая 10-секундная тишина. И сразу минус трое. Так, пулеметчик в доме. Блин, еще нафиг! Так, все, отходим пока. Перезаряжаемся. Где еще эти психи? Так, попали. Где? Да что за нафиг? Один где-то в доме засел. Если так... Не хочет вылезать. Все, готов. Противник на правом фланге, сюда. Ну еще и правый фланг, конечно же. О, как вы далеко зашли. Еще и Карл Густав. Так, минус псих. Воу! Так, а сколько же этот спутник выдержит попадание от ракет? Где, блин, где? Скотина! Так, вы хорошо пока справляетесь, напарники. Так, один полетел вниз. Ничего себе, паркурщик. Давай наверх, живо. Найди РПГ. Ладно. Думал, он как раз нам и понадобится. Ах, скосил.
Так, попадание есть. Обломки попали. Выдержишь еще выстрел? Блин. Давай. Так, все, стрелка мы сняли. Все, вертолет отработан. Что-то мне лучше присесть. Думаю, все чисто. Только гроза надвигается. Давайте заканчивать. Фу, ладно. Надеюсь, это все. О, кажется, буря надвигается. Вот такая героическая поза. Так, вы двое, займитесь ящиком. А мы постараемся найти транспорт. Надо бы сержанта вызвать. А я скоро вернусь. Блин, ну нафига так разделяться? Теперь-то мы совсем одни. Так, что-то теплое. Или нет? О, это, кажется, черный ящик. Как у обычных самолетов гражданских. Ну и нафига ты пошел один? Блин, мы сейчас реально сможем замерзнуть. Лучше бы остался у обломков вообще-то лучше. Так, спуститесь с горы. Так, перезарядимся. Хоть как-то да. Марлоу, на связи провод 2, главный, прием. Что там у тебя? Мы ищем Хэггарда. Так, противник. Слушай. О-о-о, как трясет прицел. Мы замерзаем, реально. Русские гору прочесывают, нас ищут. Некоторые окапываются. Погрейся наскоро и сваливай. Фу. Иначе долго не протянешь. Держись. Вот этот момент мне реально напомнил вот момент из третьей части Dead Space. Когда вот Айзек впервые прибыл на Тау Валантис. На Валантис, точнее, планету. Блин, как дико уже мы замерзаем сразу же. От этого мушка реально сильно дрожит. Так, кто еще там? Все. Согрелись. Перезарядимся. Так, все, в путь. Так, путь не близкий очень-то. Ох, как мы дико замерзли. Так, нафиг, открываем пулями дверь. Ой, все, хорошо. Кайф. Блин, еще противники, надо быстрее добраться до очага. Продолжаем поиск американцев. Фу. Так, один, кажется, зашел. Фу, все. О, вот и как раз обычный УСАС. Давайте возьмем, чтобы как бы появился у нас в оружейном ящике. Все, обычный УСАС. Так, так, тихо. Блин, это реально какой-то хор напоминает. О, все, чекпоинт. Все, бежим. А вот и деревенька. Так, сюда.
все, кострище есть. Воу! Бежим, 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 бежим на пролом! Ах, скотина! Все-таки надо отсиживаться. Так. Пробуем еще раз. Без проблем мы добираемся вот до сюда. Потом валим парочку с моста. Так. Есть. Так, давайте лучше отойдем, отходим. Фу, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, как больно бьют. Меткие заразы. Блин, показалось. Так, задел. Блин, нифига не видно. Где-то в этом окне засел. Так, а еще один стрелок где? Так, все быстро. Блин, чё нож не работает? Фу. Пока нормально. И долго ли так? В таком состоянии переться в одиночку? Так. От дома к дому. Так, пулеметчик. Кто там еще? Тихо, тихо. Не хочу жариться. Бляу! Фу. Блин, ни хрена не видно вообще. Так, а может быть ты где-то здесь? Так, ты где-то реально вот за этим окном сидишь. Да. Так, гранаткой сняли. О, кажется, еще... Нет, не убили. Задели просто. Все, готов. Фу. Ладно, двигаемся дальше. Да уж, мы вообще за секунду замерзнем вообще намертво. Еще деревенька. Во-во-во, дом. Тихо. От такого холода реально сбеситься можно. Так. Все, холод не действует больше. О, наши пришли. Ух ты, как полетел. Фу, надеюсь, мы уже близко к концу уровня. Блин, ну тот момент с холодом мне очень реально прибавил хардкора. Так, вот того психа сняли. Блин, вы реально творите безумие. Так, хорошо. Собственно, далеко идти не придется. Уже почти близко. Оу, парочка с дробовиками. Ёпт! Фу!
Фу, мы чуть себя не похоронили. Ёпта! Блин, вы, ребята, вы реально моей смерти хотите? Так, минус. Фу, все, чуть-чуть. Минус. Фу, все, добрались. Фу, все, объединились. Да уж, Марло, ты у нас герой. Это скалярное оружие? Красотища, а? Это шутка, что ли? Ты не слышал об операции «Аврора»? Слышал, конечно, но даже если можно было бы создать скалярное поле... Сначала в тропосфере возникнет эффект Кэррингтона. Стоп, стоп, стоп. Для всех излагай. Скалярное оружие создает мощнейшие электромагнитные импульсы. И что? Если пальнуть где надо, можно накрыть всю энергетику США. И тогда мы погрузимся в кромешную тьму анархии. Русские тут же явятся на готовенькое, и сказочке конец. Значит, надо найти того парня. Аркадия Кириленко. Черт. А ты не его валить должен был? Он как-то связан с проектом? Кириленко и есть сам проект. Надо выдвигаться, пока не поздно. У Брэдвуда бы разрешение спросить. Нет, нет, нет. Он вместо нас пошлет этих гондонов из спецназа с датчиками сердцебиения на стволах. Сержант? Черт, мне 44 года. А еще за вами сосками говяжьими присматривают. Они в полной жопе. Я ведь думал, это мое последнее задание. Нет, так больше не пойдет, не могу. А типа родину спасать? И что дальше? И все. Ладно, ты с нами. Кириленко жив из-за меня. Суиц. Дайте подумать. Да. Хэггард. Все. И пахать не особо хочется. Но и отступать не тянет. Я с вами. Значит так. Блин, такое чувство, что это будто реально... Будто реально приближаемся к концу игры. Так, танковая колонна? Да уж, интересные подробности про это скалярное оружие. Тяжелый металл. Блин, это скалярное оружие, которое выводит из строя технику, энергетику. Вот это реально нечто похожее было и в Call of Duty Modern Warfare 2. Когда вот ядерная ракета вот на уровне, где Вашингтон... взорвалась в небе, и все прям вертолеты, и все вертолеты с бронетехникой, реально все вниз попадали. Вот это реально был какой-то Армагеддон. Практически тут то же самое в Баттлфилде. Но тут практически это оружие земного использования, наземного использования, так сказать. Так что между Баттлфилдом и Modern Warfare 2 есть немного общего. И вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало, отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков до линей. Делайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Кодиак 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону. Блин, вот этот трек мне реально нравится. Правда, надо было узнать. Реально. Как же этот трек называется? О, встреча первой бронетанковой дивизии. И мы прям на танке. Ну что ж, гонять на танке мы будем в следующей серии. Надеюсь, что она вам понравилась. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальцы вверх. Зовите друзей. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем всего хорошего. Всем пока.